Andrew, ¿a ti? Как дела у тебя? Опять сгорел? Молодец, что, блядь, не вылез хоть. Потому что ты нищеки проебываешь, блядь. Похоже дело, рыжий, блядь, с дедом поругаются за Таньки, блядь. Делаем ставки, нахуй. Танька всех, блядь, разводит, нахуй. Что бы ты, бульдогушки, едем на 101-й, нахуй. Дед, блядь, бульдога хочет не спить. Да, дед? Что ты бульдогу сделаешь? Я буду рожать. Блядь, я буду рожать. Ну так, сейчас, ребят, посмотрим, нахуй. Ребята? Камера, блядь, села нахуй. А может, конечно, дед, дед все будет. Положишь 60. Да, конечно. Танька уже. Танька уже тоже к деду, блядь. Барахлиться. Смотри, это самое. И на мне, на тебе жениться, да? А прибарахлиться и на Таньке жениться, нахуй. Ребята, ставим Лукас и нахуй, кто хочет свадьбу с дедом, деда с Танькой, блядь. Вот, видишь? Ой, я как нахуй, ребят. Положи, говорю, выглядишь. А что ты бульдога, почему не любишь? Да, что? Пошел нахуй. Почему? Козёл, ёбаный. Блядь, нахуй, ребята. Почему ты его не уважаешь? Чего у нас за эти самые? Да представляешь, а? Чё? Вот что мы подняли, но он всё съедает, сука. Когда? Он не лазит там по малюткам. Ага, не лезет. Лазит, нахуй? Не лезет. А чё? Ещё 8 марта Паха должен приехать. Выпить привезёт. Я говорю, иди нахуй! Что, бульдог, что ли? Я дежурю с Пахой, говорю, ты что, охуел? Я говорю, 8 марта, ты что, хоть башкой товаришь что-нибудь? Он пьяный, блядь, податый. Когда? А что, 8-го? Да? Я говорю, он, блядь, он со своей семьей, ну там, ну, родственники, семья, мама там, все-все. Ты что, говорю, блядь, совсем охуел? Сука, рыжий, блядь, красиво, блядь, так разговаривает, нахуй. Газуй нахуй сюда, пока я не вылез. Все, нахуй. Он пока я не вылез. Пока я думал, ты, блядь, с ним вживую разговариваешь, так, а ты, блядь, вот, через дом, знаешь, что, сука, не лезет, блядь? Блядь, пока я, говорит, не вылезу, блядь, сука, блядь. Вот, блядь, шивые нахуй ребята, блядь, приходят, сука, блядь. Паху 8 марта ждет, блядь, что Паха приедет поздравлять их, нахуй. Подземный, вот подземный, вшивые, блядь. Под землю занимать деньги. Да, блядь, занимать деньги, да, хочешь. Блядь, что у нас, что первые? 8-го, блядь. Дед все еще, блядь, может, блядь, что он раз сказал, что первый едет. Бля, муха мне прям в глазах курит, нахуй. А что такие? Нормально. Да, бульдога сейчас. Все нормально. Заебись, все под контролем. Все под контролем, нахуй. Дед, блядь, все нормально? Нормально все, говорю, дед. Сейчас в Шилово будем бить. Сейчас еще в Шилово посадим, нахуй. Ты это, там, поздравляй, всех поздравляй. Девки, с праздником, дай Бог вам здоровья, любви и всего хорошего. Блядь, ну дед, блядь, точно заработал на выпивку, нахуй. А? Молодец, дед, говорю. Все нормально. Все путем? Я не знаю, как езжу. Все путем, дед, на? Все нормально. Все хорошо? Да. Ну и слава Богу, дед. Бабушка, я тебя давно не знаю. Прощай, я тебе тоже, блядь, дед. Да я все там, блядь, в этом бункере. То вылезу, вы уехали. То залезу, вы приехали, да? А сегодня... Залезу, приехали. Сегодня дед понял, блядь. Нищаки, блядь, проебусь и не вылезу. Полез быстрее Вовки, да? Уехали. Ну, посижу на этом ебаном. Ну, пой, блядь. Ту сети сломал. Не ту сломал? О! Что, она не опалилась? А как залезать? Нормально. Залези. Пока поздно, но она вообще опалится вся. Пока не поздно. Я доберусь, доберусь. Блядь, и тут нахуй по дороге, блядь, с облаками нахуй встретили, блядь, их, а? Ебаный в рот, нахуй. Ну-ка быстро домой, нахуй, всем. Здорово. Уже пешком пошли. Куда пошли вы? Меня что встречать, нахуй? Все деньги, да. Я говорю... А, блядь, ты что, нахуй, блядь? Давай домой, блядь, пиздуйте, нахуй. У вас. Света! Светка! Иди сюда. Давай, букеты подали. На дорожку. А, вот. На, Свет, на тебе, от Алекса. Презервативы вам там, чтобы еблись, блядь, презервативы. Давайте идите домой, поехали к вам. Ага. Рыжий, о, бульдог. А? Дай глоток. Так я уже и так...
Здравствуйте. А ты что, пошел меня по дороге встречать, что ли? Кровь течет. Город пошли. Кровь течет. Город пошли, что ли? Меня искать, что ли? Меня искать пошли в город. Я думал, ты не приедешь. Как не приедешь? Что приеду, нахуй? Давай, блядь, домой быстро. А, вот я туда. Давай, бегом домой, блядь. Это, блядь. Все, нахуй. О, блядь, видели, в каре, блядь, затарились, нахуй. Надо просто. А, блядь, сейчас. Оба Светка еще, блядь, тормозит нахуй. Хочет оба сумку у Светки, блядь. Опять скажут, Светка лучше Таньки одевается, нахуй. Подсунул сейчас. Че это? О, блядь, все, сейчас. Да, Танька, пусть давай сейчас нахуй дверь. Сидите-ка дома, нахуй. Да, блядь. Да, блядь, деньги лежат нахуй. Ну что делать? Сейчас придется им, блядь. Хули. С цветами, блядь. Все, Светка. Алекс Лиза, блядь. Спасибо. А ты какая, Светка, с цветочками, блядь. Киса, блядь, в кожанке. Все, блядь, ребята, идем нахуй. Едем туда. Ребята, высадим, поеду я за них посажу. Сейчас рыжий старинка, пока пойду там с дедом, блядь, туда-сюда, я за ними сижу нахуй. Собака ждет нахуй. Собака встречает. Сейчас увидит все вот, и побежит. Вот, все о. Хорошо, ответит. Да, конечно, ну. Собака нет, нихуя не побежит, да. Танька, идите, да, поднимайте, мы поехали сейчас с Женькой, поедем, съедем и заберем. Да. Квартиру, блядь. Квартиру едем. Я Танька. А что не знаю, Танька? Танька пока не знает. Танька знает, что она. Ёшная квартира. Да. Толян, сходи хоть, глянь. Давай, ну-ка. Там это, чайник поставь, а? Чайник, ну поставь там. Обязательно. Давай сейчас. Кофейка пьем, давай, ну. А у меня дома есть. Таньке скажи, чтобы поставил чайник. Да, это, ты можешь воткнуть Таньке пока там. Между делом, нахуй. Давай, дед, аккуратно, нахуй, блядь. Дед что-то опечалился как-то быстро, нахуй, ребята, он развезло его, блядь. Сейчас будет, ребята, блядь. Опять Павел бокс будет, нахуй. Бумбокс, нахуй. Давай. Ладно, давайте, счастливо, мы поехали. Давай садись в машину, везу. Садись в машину. О, бля, бульдог-то, бля, как в Тохиной курточке, нахуй. Тоха сказал, больше не даст никому курточки свои. Потом... Тоха, бля, не ладно, бульдог, давай залазьте, нахуй. Светку там, Светка кричит, а я не слышу. Ну, провалилась. Я не... Прыгай. Она кричит. Оставайся. Все, нахуй. Бульдог, а? Что, металл набрали? Что ты говоришь? Металл набрали? Да вон зашли, я хотел сдать, я не знаю, не хочу вообще. А вы что, пешком пошли бы сейчас? Пешком пошли, да, нет, да, вместо пешком мы пошли. На электричке это самое, уедем. На чем? На электричке. На какой? Вот здесь электричка. А, вы на ней ездите? Ну. До Изумруда? Да. Нихуя себе. Светка, не выпадай, блядь. Почему, блядь, там, Светка, блядь? Блядь, нахуй. Все, мы их оставили, а вас разбит, сейчас увидел. Чего сейчас говоришь? Номера нету. Номер, вот номер. Сейчас поехали, нахуй, я вам. У Таньки возьми, у Таньки есть. Вот. У Таньки хотя бы будет звонить. Ну, у Таньки будешь звонить, нахуй. Ты-то позвонишь, я тебя судья. Бульдог, а ты что, говоришь, думал, что я 8 марта приеду поздравлять тебя, что ли? Рыжий стал, говорит. Булёк сам вас волнует, ты приедешь, Пашка. Я думал, туда отъявиться. Таньку нам со Светкой приедет, мои поехали туда. И нас все равно захватит все сегодня. Что у них есть вести, там праздник, блядь, праздник. Праздник празднуют все вместе. Нихуя да, блядь, праздник все вместе праздновали, блядь. А дома как, блядь? Ну, так я вот, блядь, так и подумал. Ты же, блядь, 23 февраля отмечал хорошо у Танюшки, да что ты? Когда? С гномиком, когда дрались-то, блядь. А, с гномиком? Гномик, все, он после твоей бойни, блядь, на дурку его нахуй. Да. Забрали нахуй. Я вообще не дрался. Да, свистело у него, все. Все, нахуй, сейчас. Нет, ты вообще не дрался, как не дрался, ты что? Видео даже есть, блядь. Я в больнице. Да, ты нихуя его отпиздил-то, блядь, не помнишь, что ли? Да, гномик еще. Да. Кого-то пиздит, ребенок был там кого-то. Я понимаю, там Серега, там еще, ладно. Сейчас дед там тебе хочет ебало набить за это. Потягаться-то еще там есть. А там что, гном его клюнул, толкнул, пойдет на рот, да я не тупой. Андрюха, ты деда-то уважаешь? А? Деда. Ваня. Ваня? Я их увидел, это. Да, Ваня, к нему отпустился. Ага. С Максом. Я не знаю, что такое. Ну как, не нормально.
Нормально все? Вообще спокойно. Ну пошли, блядь, я поздравлю вас, да мы поедем. Сегодня убрать выпить. Поднимаемся. Аппетиты растут у них, видите, ребята. Уже не по пол-литра, блядь, я уже литром увожу ему. Дед, блядь, за водой ушел, нахуй. Все, замочек. Ну что вы делаете тут? Танюшка? Дед, ты что, спишь уже, что ли? Нет. Смотри, блядь, не спи, нахуй. Так, держите вам. Светка, где у тебя цветы? Давай-ка я поздравлю. Давай поздравляй, дед. Кого? Давай. Кого? Дам кого, блядь? Ну, бабушка. Бульдог? А? На тебе глоток. Чё ты с крови, нахуй? Я поздравлю, там меня... Давай я. Давай, говори. А кому говорить-то? Я не... Кому? Девчонка, кому, блядь? Светка, на тебе с праздником. Вас. Рыж, ты что, уже разделся, что ли, там посходит? Нет. Да хули тут? Ходят. Давай поздравляй, хули, дед. Да, ходят, не ходят. Не а не кого, не я не знаю. Тебя поздравь, ты можешь своими словами сказать. Там девочки, вас с праздником. Да пошли. Дай бог им здоровья. Дай бог им здоровья. Дай бог им любви. Деда, надо было поздравить, а потом пить. Ты не лезь ко мне. Да, я не лезу. Не лезь ко мне. Да, скажи правильно, дед. Кто скажи, въебало там, да? Правильно. Нет, да. Денег постоянно по 200 рублей вам дано, что дома. Кто? Интернет съели, так вылезаешь, ничего. Мне главное, я рыжик, да. Светка, а что цветы бросила-то? Да, надо, я говорю, поставить. А ты презерватив уже вытащила? Да? Вытащила презерватив? Алекс Лист, нахуй, скажи спасибо. Ты не лезь ко мне, пожалуйста. А что ты за меня такой злой-то, да? А я не трогаю ты его. А я не трогаю, я ему чуть плохо сказал, что... Я ему слово плохое. Дед с полтычка заводится. Я ему пришел, чтобы он девушек поздравил. Да, блядь, не трогай. Ты что, блядь, стучи, блядь, ты не у себя дома, блядь. Стучи, стучи, блядь. Да дайте мне тоже сигарету, там в конце купить. Так. А это что у вас тут такое, блядь, полочки, что ли, сделаны? Блядь. Наливай, давай. Бульдог, ты что, сейчас здесь живешь, что ли? Я приехал сюда. Ручку дай, сами, ручку, сами, писать, где у тебя написал? Заебал, скажи, да? Ну и че, наливать-то на. Будете, карандаш. А, сейчас я выпью, потом мужчинам. Света выпила, потом я, потом мужчинам. Танька, все. Танька, да. Сетка даже уже внятно начала разговаривать, нахуй. Речь нормально, ну. О, видишь, нормально говорит, нахуй. Блядь, даже я понимаю, ребят, блядь. Вот это, блядь. А бульдог, блядь. Ну что? Как дела-то? Да вы нормально, вот, блядь, да. Как обычно. Я вчера Серега попросил, блядь, поехали сюда, и все. Я оттуда бы мог сюда приехать. Тебе похуй? Да я вон до этого, Иван Оксана к нему же заходил, только я 8 марта заходил. Я думал, ты приезжал, а он сказал, что 10 числа его приезжаете. А Серега мне не сказал. Нет. Тебе нанялся? Нет, тебе не знаю. Я тебе его поздравил. Там, 901. Нет, блядь. Да, 8-901. Нет. Женька, стопку нам. Паша, не имею права. Почему? Я Вику заходил. У меня только не было, да, если самый денег с собой. Говорит, пожалуйста, Паха, заешьте, Санька знает, где денег там. Она там в тупике. Дай карандаш. И карандаш. Зачем? Во-первых, начнется. Анна Малышева. Да? Вы как? Пах, ну, зайдите. Кто такая Ленка? А, моя сестра Баюна. Баюна? Да, это вам подруга. Ну, да я ее знаю. Она хорошо знает. Она ценила тебя. Нет. Я просто, у меня Паха. Паха, от меня поздравьте там его, пожалуйста. Так, дай, она там? Ну, гляди. Давай, Сенька, походи. О, ну хорошо, кваза какая. Нормально? Я пришел, у меня просто не было, я просто так. Да все, Бульдог, иди, заходи за стол. Я понял, я услышал тебя, давай. С 8 марта тебя. Дед, ты что, кошмар угадаешь?
Косворды угадываешь? Я загадаю. Сейчас загадаю. Загадалки тут, гадалки. Пишу, надо набрать тебе, чтобы номер у тебя высветился. Я съел вот крытый. Сейчас я тебе загадаю, а ты хуй. Да нет, ты пьяный уже, все, ничего не имеешь. Нет, нет, я не пьяный. Ты бухой нахуй. Блёд. Чё дорогая это? Дорогая. Две пачки. Мне, например, и киси. Андрюх, и ты. Бесплатно, я мотив. На мизе, я сказал, что иди от меня, посмотрите, иди курсы. Вот смотри. Я же дал денег, съесть, позвольте. Я это самое. И чё, я пропустил. 50 пакетов. Хуй, она не рисует. Потом там ещё что-то пожрало, как чем он мог пострелял. Я подожгла стоп, значит, у меня денег. А ну, знаешь, где это? Последний этаж, поднимайся. Средний, я ее поздравил тоже. Вот ну, чем больше, я бы больше, где было денег? Было бы больше, я бы и сам. Пусть он решает. Скажите, что от наших всех... И знаешь, сколько ребят... ты можешь решать всю жизнь? Сколько на елочке иголок? Че? Сколько на елочке иголок? Я знаю. Сколько? Ну-ка ответим. Одна. Не одна. Одна иголочка. Потому что она одна растет. Да. Я думал, шарахнет, честно. Да гора. Вот и сейчас. Да, понял. Сейчас я тебе загадку дам. Сегодня одного уже отправили на скорость. Я тоже возили его. Неправильно, не блять. Они меня прокапали этими. Как на плечах его, сука, подымал оттуда. Капельницами прокапали, нахуй. Все, я там глаза, я и выпустил. Всю Пашка, охуевать надо. Выбери неправильно, Сергей. Че? Ты охуеваешь. Мне что хватит на вас? Снимаю нахуй вас, все. Дай дед карандаш ко мне. На. Я вам кроссворды со светлой. На. Мебель полетела. О! Постукай по этому по. Доходи, блядь. Берешь по стову, постукай. Зачем стукать? Зачем он доходил, блядь? Срака себе завертел. Все, как Танька увидел, так сразу, блядь, начал вам кружиться, блядь. Вот окно. Окно. Но. Окно. В окне окно. Вот окно. Вот это. Он присядет задницу, он... Ну это-то поймет меня. А этот не поймет, да? Этот поймет, а этот не поймет. Ну правильно, хуй. Да ты-то не сидел. Ты не сидел. Где же у тебя? А кто же у нас это слово? Надо было два поставить. Ну давайте. А кто же это ставит? Да. Вот ваши. Там доходник поставил. Вижу здесь. Пусть он не дал. Там балабанщик сделал. Давай сюда тогда. Танюшка поправилась, блядь. Танюшка, ты чё, слониха-то беременная, блядь? Вот окно. Окно. Где, блядь, с ним окном нахуй? Да знал он окно. И надо его... Окнить. Нет, надо его разменять. Надо на 5 купюр. 5 купюр. Да не копюры. Копюры. Нет, блядь, две загадки. Дед Толян, чё бы ты ему бульдога сделал? Так вон он, блядь, сидит. Бульдог-то, блядь. Пока он не орёт. Да не надо драться. Ты что, драться это плохо. Я не буду. Бульдог-то он молодой, он, блядь, он каратист нахуй, он тебе, блядь. Какой он каратист? Ты что за меня говоришь, блядь? Я слышу, блядь. Не, я-то наебну, только шуба завернется. Ну ты так в шубе сидишь. Где пепельница у кого? Ты так в шубе сидишь, блядь. Я завернута. Я не в шубе. Ты в чем, в тулупе? В тулупе. Ну, только тулуп завернется, да? Бестолковая, сука, тебе. А если он только... Ну это правильно, не знаю, как паха. Не угай. Если он только начнет... Пусть только подойдет. Нет, не слышит. Я его наебну. Сразу, что ли? Все. Да ну ты же что-то. Блядь. Ты что, ругаться приехал, что ли, а? Кто? Ты, не я же. Купи ругайся. Ты у себя дома будешь по двое ругаться. Здесь не должно быть. Ругайся, что ли, а?
Да, где правильно говорит. Нельзя в гостях ругаться. Ты что? Ты праздник сегодня, у девушек праздник, ты начинаешь такое, блядь, исполнять уже. Да наша что там случилось? Конечно, нихуя. Животик какой наливной, блядь. Эй, Фродушка, смотри, какой. Вот это девушки. Подраться нахуй, блядь. О, блядь, все, будет добро. Так, началось. Так, тихо. С праздником. Хорошего человека, блядь, должно быть много. Справедливо. А Таньки уж больно много. Она как беременная. Третий год уже вынашивает. Третий год? Как слониха. Больше, чем слон. Да я поздравлю женщину. Давай поздравляй. Поздравляй. Внучку поздравь. А у меня нет. Не, она же внучка тебе. Сестра. Какая она внучка? Обалдеть просто. Девушки, с праздничком вас. Воздушный поцелуй, пошли. Да пошлю. Да пошли. Дай Бог вам здоровья. И любви. И секса. Писька-то должна стоять всегда. Нет. А себе ты? Такого не надо. Достоял, блядь, Танюшку, он брюшка какая стала, блядь, брюшка. Такую не надо говорить. Это не это. Это все полбеды. Ну все понимай, короче. Деньги. Ты воду налила? Поздравляю тебя с праздником. Давай, тетенька. Дай Бог тебе здоровья. Я люблю Олю. Сам заедешь, денег дам, заедешь сам. Ну я поздравил. Твою сестру поздравил. Олю люблю сильно. Фонарик? Ну я это не знаю. Альпаха знает. Я все буду говорить. Все. Давай тут что будет сливать-то? Чего посижать? Нам воду нужно. Вот у нас стоит даже. Че, блядь? Вот здесь? Вот же стоит. Пятитушки, что вы, блядь, потеряли? Цель-то, да что, блядь, обои поклеили, видите, ребята? Видите, ремонт. Ремонт идет полным ходом, нахуй. Вот, видите, блядь. Все, обои поклеены, нахуй. Давай. А, да, вот нахуй. Курточка, блядь, видите, оранжевая, нахуй, комбинезон. Чувак, ты хуево подкинул, блядь. Укладывай. Винил, нахуй, ебать. Видите, тут написано что-то. Я не поняла. Что тут написано? Ебать. Что там? Что, она дрявая, что ли? Она это треснутая, что ли? Мама налила. Много налила? Я не вижу, потому что не знаю. Пошли здесь. Ебанула больше. Больше, чем нужно, она. Что делать, блядь? Домой поедем. Ты только бульдога не обижай, нахуй. Бульдог парень нормальный, нахуй. Бульдог свой, нахуй. Сега, а ты Светланку поздравил? Конечно, да. Вон цветы, видишь? Я не тепло плохого, просто вина на руку мирю. Сега. Более пьяного. Вшивы, не обижайте, нахуй. На вшивы тебе. Купишь сам ей. Понял? Цветочек купишь лили. Я скажу, что от всех... Да, от тебя, от тебя поздравляю. Она из одного указа не пропускает. Конечно. На тебе на дорогу. На дорогу, да. От Пашки спасибо, скажи, Павел. Павел Петрович, нахуй. Павел Петрович, спасибо. Наливать-то будешь, что ты делаешь? Светка тебе, еще вам с кисой. Деньги Павел Васильевич раздает, блядь. С праздником вас, с праздником. Спасибо Алексу Лизису, всем. Молодцы. Ну все, ты сам, блядь, доедешь. Давай деда поднимай, нахуй. То он, блядь, не сможешь подняться. Сможешь уйти, да? Конечно. Нет, оставайся здесь. Оставайся здесь, нахуй. Чего ты, блядь? Хоть дом, хоть нормально поживешь дома, блядь. Нет. Оставайся. Блядь. Сходишь сам, купишь. Не ломай. Не ломай люстру. Ломай люстру, блядь, люстра, блядь. Ты что, на люстру сел? Я домой. Ты домой? Домой. Поехали. Ладно, я приехал, поздравил вас. Все, давайте, до воскресенья. Я обязательно приеду. Чего вы приезжаете, блядь? Чего приеду? Могу позже приехать. Всех. Ладно, все, будем. Давай, дед. Давай, все, водочка вам, литр есть. Купите, нахуй, деньги дал. Все, давай. Дед, пошли. Пошли. Говори бульдогу пока. Обними его. Обними бульдога. Бульдога обними. Че? Фигу. Танюшка, прощайся. Так, сейчас я еще выпью сначала. На пасашок нахуй. Давай, дед. Давай. Выходи, дед. Потихонечку. Мы тебя догоним. Иди в сторону Асбеста. В сторону Асбеста иди. Все, дед сегодня накочегарился, блядь. Ну все, мы уехали. Давай, бульдог, до воскресенья. Серега. Да. До воскресенья. Все, Светка, пока. Давай. Давай, а? Точно.
Что дальше? Я сказал, что придет чуху. Я, блядь, каждое воскресенье, блядь, хули вы мозга-то ебете, блядь. Давайте, все, пока. Танька, давай тоже. Танька, давай, все, пока. Вовка, пока. Выходи по одному, нахуй. Все, бульдог, мы уехали. Дед выбежал, нахуй. Давай, все. Бульдог, с праздником тебя тоже. Бульдог, с праздником тебя. А Цешка где? Цешка-то где? А он работал у меня, выпил. Серега, кстати. Ладно. Я потеряю. Ты скажи, бульдог, вот честно, у тебя есть вши? А? Вши есть? Ну все, ладно, тогда не шую, я тебя не буду больше шуму надать, хорошо? Нет, я переодеваюсь. А то, говорят, обижаешься нахрен. Нет, почему? Все нормально, ты не шую хоть? Ну и все, ладно, слава богу. Рыжий, давай обнимайся с бульдогом нахуй, пока. Бульдог, обнимайся. Давай, обнимай его. Прощайся с Рыжим. Ну ладно, хуй с ним, давай, целуй. Я переодеваюсь. Ладно, все, похуй, похуй, давай, все. Нет, не шую. Все, давай, Рыжик, давай прощайтесь с нами. Рыжик, прощайся с бульдогом. Все, как вы там, щека к щеке, блядь, нос к носу, нахуй. Братья. Давай, все, блядь, почаще буду Рыжего привезти, чтобы не скучал-то, нахуй. А то... Давай, Таньку тоже, блядь, прощайся. Давай, все, давай. Щека к щеке, нахуй. Ну, все, все, давай, до свидания. Мы... Будем почаще приезжать тебе, кажется. Все, девушки, у вас праздник, с прошедшим. Давай, все, блядь, девушки, давай. От нас, от всех, ребят, давай. Тоже с праздником. Давай, тебе тоже с праздником, нахуй, девушки, говорят. Давай, все, пока, бульдог, мы уехали. Ну, все, ребят, поехали мы, нахуй. Деда, блядь, бойца, нахуй. Муха будет затаскивать, нахуй. Дед, ты хоть, блядь, в чужую машину не сядь, нахуй. Че, почему ты не хочешь, блядь, дед? Нет, тут порядка нету никакого. У вас бомболюки, то лучше, блядь. У нас, блядь, чище, чем у меня в хате. У вас тогда там плазменный телевизор висит, блядь. Да нету у нас телевизора. Не пизди, блядь. Джон, ты че врешь, блядь? А радио где? Нету. Радио где у вас было? Какое радио? Вот этого надо материть. Нихуя себе, блядь, дед, охуел, блядь. Че ты привез, знаешь что? Че? А? Это не радио. А что это? Магнитола? Да. Вот и слушай магнитолу, да какая разница? А флешку надо, да? Флешку ставили, да слушайте. А где ее взять-то? Ну где, блядь? Купить нахуй. Вовка что-нибудь не поет? Вовка пускай поет нахуй. Я лучше пропью эти 100 рублей. Чем радио куплю нахуй? А что, пропил радио, да и все, блядь, хули ты? Да и я тебе обратно его отдам. Вот, сука, дед какой наглый стал, блядь. Только, блядь, Паша, сейчас, блядь, видишь, уже, блядь, наглеет, нахуй. Паша, ладно? Извини, пожалуйста. Ладно, все, прощаю, нахуй. Да, это, не сливаем деда, дед пускай участвует нас. Ты знаешь это... Какое? Магнитолог твоей... Ложи нахуй кровать, что ли? Ложу. Не ложи, а ложу, да. Дед, это тебе... А что ты бы гному сделал? А? Гному, что ты бы сделал? Вот это... Гному. Да нихуя бы его не пиздел бы, пизды получил. А бульдога бы? А бульдога бы уже бы. Ну и не стал заебаться. Дед, блядь, залупался, блядь. И он напугал, блядь. Ну, ты его сразу сходу, блядь, сделал, видишь, кого-то его нету, блядь. Он бы, Женька, если бы он мне еще затронул, я бы ему ебло бы расшел. Я говорю, не трогай, сидит нахуй тут, блядь, и пусть сидит нахуй. Ты какими боями занимался? А? Боями какими занимался? Ничем не занимался. Как, ты же штангу, говоришь, поднимал, блядь? Ну, штангу поднимал, фигурным катанием. А, ну ты бы его зафигурил бы, нахуй, сразу, нахуй. Все, больше не хуй. Надо вам батл на коньках устроить бульдогом, нахуй. На коньки бы стали, бульдога тоже на коньках умеет кататься? Нет, нахуй. Уже и сейчас не стану. Ну, блядь, бульдог поставил бы тебя, нахуй? Нет, не стану. Поставил бы, нахуй, бульдог. Нет, не да поставил бы. Бульдог. Паша, не встану сейчас я. Да поставим. Нет. Да. Ноги бы переломал. Да поставим. Ноги бы переломал бы. Переломаем. А на лыжах что, ебанул бы? На лыжах? А? На лыжах? Тоже люблю. Блядь, старый вообще стал, блядь. Ну, блядь, ничего я не хочешь. Я только люблю штангу. И водку. А где
везите водку. И фигурная какая-то. Багажники. Не, багажник я вам. Ты что, рыжий, неужели я вас без водки оставлю? Иди к черту, я не буду в багажнике. Я уже ездил в багажнике. Ты где, бля, я говорю, водка в багажнике, и где в багажнике, блядь? С Кемени ездил. Багажник. Вот, говорю, надо, блядь. Давай. На двери висит замок. На двери. Давай. И в нем. Что? Нет, блядь. Ты бульдога уважаешь? Пошел нахуй! Агновика? А? Агновика? Это... Агновик нормально. Агновик нормально, когда пенсию получает, да? Да похуй. Чем похуй? Пошел нахуй. Пошел нахуй? Тоже, блядь, бульдога. Мне нахуй не нужна эта пенсия. Почему? Да нахуй. Я больше, блядь, в день зарабатываю. Дед нахуй уже не лез нахуй, что я говорю. Все, пошли тогда. Я говорю, сука, на твоей пенсии что ли, ты че? Мы пошли нахуй. Я говорю, пошел, говорю, нахуй. Отсюда. На хую тебя вертел. Вот мы на это. Хую на это моем вертел. Вытащил член. И ему показывал. Вот видишь, хуй мой. Живой, нормальный. Вот на нем я тебе говорю, и верчу. Я говорю, нахуй твоя пенсия, пошел нахуй. Мы тогда... Я говорю, мы с дедом будем сидеть пить и будем пить. Я говорю, как да хули мы тогда пошли, сдали на 750 рублей. Ага. Да нахуй на это пить, нахуй. Нахуй. Короче, слили ребята гномика. Я говорю, слили, да. Говорю, блядь, дед? Общая компания, блядь. Начнем. Два жильца, блядь, против одного, я нахуй, говорю, все. Восемь. С восьмерки начи 8. Слышали? Да. Сколько? Я говорю, дед, ты что, ползти? Поздравь, сеструха. Не, а почему вы это, ужиться не можете? Пошел он себя нахуй. Да, блядь, он. Знаешь как? Нет, вот, представляешь, он сидит, мы лежим нахуй своем. Подыхаем, блядь, с похмелья. Он лежит, а он там, тихушку, и попивает. Че, тебе да понравится? Да нихуя себе, ну, гном-тихушник, блядь. Нахуй, все в топку гнома, нахуй. Все, да. Гнома в топку. А там, если он не начал, хуй сосед. Да. Ты что там, сука? А, Леша, харю. Вовка. Давай нам нахуй, сука, так сюда, с дедом. Струха-то зовут. Лариса. Лариса, с праздником тебя. С праздником. Дед сегодня, блядь, всех поздравляет, нахуй. Дед сегодня праздное настроение у деда, нахуй. Да, дед? А? Да. Правильно, в багажнике поедешь? Иди нахуй, я уже еду. С Тюмени? А? С Тюмени? Так я и сам тюменский, там и родился. А, оттуда из багажника уехал, да? Да ездил. А чё бульдог, блядь? Да пошёл он нахуй. А гномик с пенсией чё? Да нахуй мне эта пенсия, вот нахуй. Ладно. Давай сюда, остановлюсь, больше, полезай в багажник. Я там больше заработаю, чем нахуй. Не, я бы сейчас в багажник советский. Вон, сади. Рыжий, там водка, конечно. Там водка. Танька выкусила сразу. О, водка, я сама туда залез. Бля, они же все поедут в багажнике. В багажнике. Даже Женька на пятой минуте, бля, поедет. Я бы туда в багажник залез. Только потом, как мне из багажника мы вытаскивать были. Женька, дай бог тебе здоровья. Тогда, ну, вот так. Дай похмелиться, блядь, дед пьяный, блядь, дай похмелиться, блядь. Дети, я похмелиться. Ты, дед, не ходишь в багажник, видишь, хули? Не, покурить не могу. О, блядь. Чё, дед? Ну, вот она, бутылка, блядь. Так, чё, чё? Второй, дай сюда, я. Ты на лицо долетела. У тебя руки холодные. Руки холодные. Не любят, потому что они... Чё, не знаю, нахуй. Откуда уже? Нихуя, блядь. Дай я похмелюсь. Да похмелюсь, блядь, деда, ты пьяный нахуй. А похмелюсь, блядь. Дед, в багажнике поедешь? Не поеду. Я поеду. Бульдог чё? Там похмелиться есть.
я поеду. Дайте покурить. Покурить, дайте покурить. Ты уже, блядь, покурить. Дайте покурить. Нельзя. Там, короче, взрывка. Нельзя похмеляться. Покраснел сразу. Вот взгляди на ковреде. Сейчас бомбалюк прилезешь там. Ты потом не залезешь в бомбалюк, ты сейчас, блядь, напохмеляешься, блядь. Тебе что, блядь, потом? Нет, там нету. Я тебе дам, блядь, водку вам дам, чеку ты, блядь. Че? Балуешься, блядь. Дед пердед, блядь. Подъедем, приедем, вот и все. Все, я похмелишься нахуй. Кстати, тапочек нету в доме, обалдеть. Он этим везет тыкву, наверное, да? Рядом. Тапочка закачала. Этапу. Этапу, бэк-бэк-бэк. Эту хату. Че я на пора уже снимать, блин. Кого? Гамаши, блин. Кого? Шубки, куртки. Трусишки, да? Нет. Не надо трусишки снимать? Нет. Почему? Много таких, он что? Ты, ну, зайдешь нахуй, сделался. А рыжий любит, блядь, да? Рыжий, смотри, письки, да? А письки хорошие, женщины. Они нас родили на свет, нахуй. Рука. Она же тоже, Рука. Божий свет такого дурака, нахуй, родили. Да я покурю. Ты возьми, он багажник, залазь там. Это похмелится, дед, блядь. Дед, блядь, с похмелья болеет, ребята. Дед болеет с похмелья, хули. Не, мы там жили, он сказал, я не буду пить, не буду пить, не буду пить, не пил, не пил, не пил. А, сейчас дай похмелиться. Ладно, буду молчать. Дед, блядь, правильно, нахуй, молчи, умнее выглядишь, нахуй. Че бульдога, блядь, сделал бы? Да он не стал со мной. Так он испугался, не против? Я ему сказал, нахуй, я все буду трогать. Блять, да, рыжий всех развел нахуй. Молодец. Блять, залез бы мне в душу, я бы ему ебло. Че, прямо ебло бы разбил, что ли, блядь? Да. Зачем? Нельзя же так. Ты че? Он же человек, блядь. Какой я он человек? Ну как? Хуета. Ох ты, блядь, нихуя ты, блядь. Зачем ты так его, блядь? Что жить там? Нету бутылочки, ты не заболел? Не, нет, там нету. Нету. Там две было. Сейчас, рыжий, что уж осталось немножко хулевы. Че уж не потерять? Так самое, но. Че вы прямо похвалиться, блядь, не хочешь? Рука. Кто это? Юля, пара спорта набрали, блядь. Ау. Валентин, нахуй, Иисус, блядь. Воскрес наш. Все, блядь. Валентин уже с Иисусом живет, блядь. Ебать, все меняется, нахуй. Да как у тебя сумку-то? Блядь, ребятушки, вот так вот, нахуй. Нет, три. Валентин уже тут трется, нахуй. Танюшка, прощайся давай. Танюшка, ну что, за следующей неделе к тебе квартиру помыться, да? Да. О, блядь, заглох нахуй, ёпсу, да. Это моё. Все, давай. Рыжик, а нет, я не поняла, где у меня. Сейчас, дам тебе, да. Я не поняла, нихуя себе, блядь, Танька, не поняла, блядь, где у неё водка, блядь. От Танька, блядь. Чё, рыжим, пока Танька выйдешь, блядь? Пизда, блядь. Ах, Танюшка, блядь, какая. Ах, Танюшка, Танюшка. Ой, целуются, паскудники, блядь. Один от деда, чё не целуешь? Ай, килограмм. Ой, блядь, Танюшка, нахуй. Ну что, до свидания всем. Всем спасибо, скажи. Спасибо. Пашка, блядь. Всем, да? Данильчик. Да. Сережечки стоят, блядь. Да. А как? Мы так-то что думали делать? Что думали делать? Что мы хотели делать? А помнишь, что мы хотели делать? Ну, скажи, напомни. Милирование хотели делать, да, ну, конечно. Ладно, все еще сделаем. Цветы у тебя, блядь. Ладно, все, Танюшка, да. Давай поехали. Давай. В воскресенье к тебе приедем помыться. И милирование вам делать. Все, давай, Танюшка. Давай, давай, не расстраивайся, Танюшка. Давай, помаши всем рукой. Танюшка. Пока-пока. Ну все, поехали. Сань, ребята приехали. Сейчас. А, дед, блядь, власть нахуй. Дай бог тебе здоровья. Спасибо, пока. Спасибо, дед. Спасибо. Давай водочину забирай, рыжик. Работяга. Работяга. На смену. Да какой я работяга? Пробуй там. Ну все, давайте, вовсе, пока. Пока, пока. Давай, на воскресенье приеду. Давай, дед. Спасибо. Давай, пожалуйста. Давай. Все. Всем пока, скажи. Всем пока. Подписывайтесь на канал, нахуй. Всем спасибо и дай все. Бог им. Все, Вовчик. Лайки, нахуй. Поцелуй, Толяна, поцелуй. Не и надо. Борода, ты сюда. Ну, за бороду хватил. За бороду. Сигареты выпали. За бороду хватай его, нахуй. Ну все, давайте, пока, Вовчик, мы поехали. Ну все. Давай. А, ну давай, пошли, блядь. Да мы залезем. Как ты, дед, залезешь, блядь? Деду воды купил, нахуй, я, да? Блядь. Снега, блядь, топили бы, блядь. Только не снимай, а. Ладно. Все, в домик, ладно. А меня так можно снимать, тебя нельзя, блядь. Я тебе тоже полезу. Куда? Давай, Вовчик, мастер-класс показывай, нахуй. Как Вовчик запрыгивает, нахуй.
Моряй, блин. Все, дед, давай, пока я выключаю камеру. Я подам, Вовка, я подам. Давай. Да я подам. Все. Ну что, чао, какао? Где ты заваришь? Где заваришь бпшки? Надо. Все, рыжий, мы уехали. Пока, помаши рукой. Все. Ладно, ребят, они там пускай решают, а мы же поехали по домам, ребят. Вот такое сегодня получился видео. Да, Жека? Молодец, нахуй, Жека, бля. Все, ребята, чао-какао, пальцы кверху, нахуй. Не забывайте про группу ВКонтакте, про Инстаграм бомжика. Все, давайте, чао.